мне перебить вот рот тебе железное! Какой мой родной! Ну, чё деньги вылупили? Концерт вам тут какой? Или представление, а? Степка Морозов идёт! Собственными ногами идёт, а? Ты мой хороший! Ну-ка, давайте, давай сам! Давай, сына, давайте, пройди! Давай, какая рада! Молодец, давай, мать, смотри, как! А? Давай, на! Ты мой родной! Пойдём, пойдём, давай! Пойдём. Человеческий желудок представляет собой резервуар из мышечной ткани. Кстати, если кто-нибудь не знает, то резервуар – это такой сосуд. И в этом резервуаре, то есть в человеческом желудке, и происходит расщепление пищи, которую мы потребляем, и усвоение воды, которую мы пьем. А теперь мы приступаем к главному. К осмотру человеческого тела, к его разрезу, дабы узреть, где же находится искомый нами желудок, и чтобы увидеть его собственными глазами. Ну, с кого же мы начнем? Ну, например, вы. Извольте назвать вашу фамилию. Алабина. Очень приятно, студентка Алабина. Пройдите, пожалуйста, сюда, поближе. Так, прошу вас. Прошу. А не покажет ли нам студентка Алабина, в какой части человеческого тела находится желудок? Ну? Вот тут он находится. Молодец! Молодец! Теперь, студентка Алабина, возьмите скальпель и сделайте разрез, как я вас учил. Давайте. И что такое? Что такое, ребята? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чтобы кого-нибудь менее тучного вызвали, Андрей Лаврентьевич, а то точи тебе такую тушу. Отнесите ее в медицинский кабинет. Студенты, и так будет долгое время, дорогие мои. Пока вы не научитесь смотреть на человеческое тело, как на собственное отражение в зеркале. Ну, кто после этого подойдет и сделает все-таки разрез? Разрешите я. Ну, кто бы сомневался, Морозов, конечно, вы. У меня такое ощущение, что после окончания учебы только вы будете знать про медицину от и до. Ну, идите, пожалуйста. Берите скальпель, делайте разрез. Давайте. Браво! Браво, Морозов, браво! А ну, путь, Гагара! Ну! Чё, я оглохла, что ли? Путь дороги тебе говорят, а то так охрею плеткой, аки кобылицу! Ну! Путь с дороги! Ты что, Дед Макар, умом поехал, что ли? Пошла! Здравствуйте, Иван Сергеевич! Здравствуй, Аленка! Почему в школу не ходишь? Да надоело до чертиков эта ваша школа! Вы за место того, чтобы вопросы задавать, лучше бы подвезли к меня. Садись, конечно! И куда путь держишь? В Вафлианово. Мать отправила к Захарке за травой для Степки и бабы Дуни. Ага. Вы же в город направляетесь? В город. Ну, тогда как поедете обратно в Вафлианово, меня и заберете. Про Дубровского читаете? А я почитала, да мне не понравился он нисколько. Почитала и бросила.
вывода книги можно делать после ее прочтения. Он дом-то Троекурову отдал, да? Нет, поджег он его. Вместе с чиновниками поджег. А после этого... Как, вот так прям с людьми и поджег? Да, но это случилось не по его вине. Да ты это лучше сама прочитай. И в школу обязательно ходи. Надо ж, какой Дубровский дом поджег. С людьми. Здравствуйте, Анна Николаевна. Здравствуй, Алеша. Яков Дмитриевич тебя видеть хотел. Я не знаю причину, но спрашивала о тебе. И даже интересовался, когда ты придешь. Да-да. Я сейчас книжки положу и зайду к ним. Да входите уже! Дверь побыстрее закрывайте, не то мне сквозняком спину надует. А, это ты? Ну? Как? А? Ой, что такое? Что такое? Да никак ты первый раз в жизни обнаженную женскую натуру видишь. М? Ты ж доктор! Тебе барышень лечить придется. Лиля... Он сейчас умрет. Набросьте что-нибудь. А то я за его кончину вовек с Бабахиным не рассчитаюсь. Ли! Ну вот. О, дуреха. Ты чем ее так напугал? Убежала, не попрощалась, денег не взяла. Ну да ладно. Я тебя чего хотел видеть-то? Ну, пойдем. Алексей! Ну, ты посмотри, вот на кого ты похож, а? Ну, что это вот это? Ой. Ты на бродягу похож, а не на студента. А когда портрет оборванца соберусь писать, я тебя непременно приглашу. Держи. Пиджачок мой. Вот. Нет, нет, не нужно. Но он почти не ношенный. Что ты? Рубашки. Вот, возьми. Это пригодится. Пальтишко моя любимая. Но я, правда, уже в него не умещаюсь. Но оно и из моды вышло. На, держи. Вот. Что вот? Нет, это я еще потаскаю. Вот. Давай, иди, примерь. Спасибо. Носи, носи, давай. Поехали. Про Дубровского нынче вечером обязательно почитаю. Ага. И в школу завтра приду.
Приходи! Обязательно приходи! Ой, не могу. Вот наказание Господне. Вот на кой мои глаза не видят то, что больше всего требоваться, а? Вот иголку с ниткой ведь не видят. Лучше бы за место иголки с ниткой тебя, дурака старого, не видать. А у тебя за всю жизнь желания глядеть на меня не было. За место нитки с иголкой на мужа же глядеть не желает. Курица ты, Евдокия, а не баба. А ты дурень. Вот что ты у меня такой дурень, а, Лукьян? Вот мне по что иголка с ниткой сдалась, а? Я кому рубаху-то штопаю? Вон Гришке соседу. Здрасте! Ой, краса моя! Иди поцелую. Иди. У знахарки была? Не, у директора театра. У кого? Кого, кого, баб? Да никого еще, я же травы тебе привезла. А, ну, конечно, на, помоги. Тить твою. Заявилась, дитятку. Не сметь на бабку орать. Ой! Беспутная. Ой, умолкни ты, старый. Приглашали тебя с твоими воспитаниями. Ой. Погляди-ка на нее. Ой. Я ж за ее вступился. И она на меня же с недовольствами. Ой, да ну вас. Вечно вы как кошка собака. Хоть бы на закате дней ты своих кожи, либо душа в душу. Яйца курицу не учат. Ты про Игната слыхала или нет? Про Игната? Ну? Чего слыхала? Ну, так он сегодня всех на свадьбу приглашал. Да. Катерину Кузнецову посватал. Так что на следующую субботу в деревне гульба будет. Я у Михалыча гармонику возьму. Молкни, дурень безмозглый. Что замолкни? Что замолкни-то? Ты мне рот-то не... Етить-то... Это оно куды? Куды, куды, раскудыкался. Сохнет она объем. А ты и про свадьбу, про гармонику. Ой, не могу. Дубина стоеросовая. Тю. А я знал, что ли, что это она? Макар! Макар, дай! А эту я тебе нарисовала, видишь? Вот это солнышко светит, а это наша. Варвара, выйди, мужикам поговорить надо. Батя! Вышло сказано. Батя три раза не повторяет. И вот этим кулаком бы тебя пришеп. Слушай, говорить с тобой буду. Думаешь, пожалел? На ногу твою глядючи. Плевать я хотел на твою ногу. Ни у кого не должно быть жалости к тебе, понял? Ты такой же мужик, как и все, и нога у тебя такая же, как у всех. Ты правильно сделал, что вспылил, когда Витька тебя дразнить принялся. И правильно, что убежать себя не даваешь. Но человека ножом резать – это последнее дело, это паскудное дело. Человек не свинья, его резать недопустимо. Уяснил? Уяснил. И хватит на меня волчонком смотреть. Знал бы я тогда, что тебя деревом пришибет. Сам себя пришиб бы к чертям собачьим. Ну, хватит на отца зыркать. У
зачем вы меня преследуете? Я знаю, это дурно, но нам с бабушкой не на что жить. Поэтому я берусь за любую работу. И, конечно, я не Сонечка Мармеладова, никогда ей не буду. И чувство собственного достоинства я не потеряю никогда. Простите, Алексей, мне неприятно с вами разговаривать, потому что вы видели меня в недопустимом виде. Я ничего не видел. То есть я видел, но уже ничего не помню. Совсем ничего? Совсем. Хорошо. Ну так-то да. Но только пообещайте мне, что вы не будете смотреть на ту картину, даже если Дубасов вас попросит об этом, вы не станете этого делать. Обещаю. Как ваша учеба? Вы довольны? Да, спасибо. Я очень доволен. На днях я оперировал. Вот как? Интересно. А что за операция? Кого вам довелось оперировать? Я удалял грыжу пупочную, оперировал мужчину. Ну, то есть умершего мужчину. Вы оперировали труп? Ну, так-то да. А, вы же только обучаетесь. Я бы умерла со страха. Вы молодец. Кстати, вы так изменились, совсем не скажешь, что вы из деревни приехали. Это пальто Дубасова. Что с того? Алексей, приходите к нам в гости в субботу. Я вас с бабушкой познакомлю. Придете? Приду. Хорошо, я тогда адрес оставлю у Дубасова. Ну, спешите получить знания, а я пойду к Дубасову. Он, к счастью, сегодня завершает свою работу. Да. До свидания. До встречи. Случилось два пожара. Сгорела баня Федора Фролова по его же неосмотрительности. А также сгорел амбар Сотниковых. От того, как хозяин дома, Егор Демьяныч, бросил подле амбара недопотушенный окурок. Это теперешняя ситуация.
нам пока не ясна. А чего не ясна-то? Пошухи-то, бабки не ходи. Говори, Матвеевна. А что говорить-то? Скажу, чего видала. По нужде я давеча во двор выходила. И ента побожуся перед вами, люди. У Игната во дворе человек был. Своими глазами тень-то видала, будто кто-то по двору-то побег. Едва в постель-то улеглась, едва я глаза-то свои закрыла, как в окошках-то вспыхнуло. Ой. А в комнатах-то будто день стало. И кить твою, тень она увидала. Моя Евдокия настолько ослепла, что иголку с ниткой увидать не может. Куда уж вам, старуха, ночью тень увидать? Так побожилась я, Лукьян! Ой, да не слухай ты его, Матвеевна, не слухай! А тебе, хряк старый, так только бы внимание уделил. Ну, ты! Чё ты? Сиди да помолчи, тряпочку! Тихо! Да, тишина! Требую тишины, товарищи! Требую тишины! Требую тишины! Если Матвеевна правду говорит, значит, дом Игнату кто-то преднамеренно поджег. Значит, кто-то из наших. А это уже двойное происшествие. Будем разбираться с этим, выяснять. В любом случае, Игнат, колхоз тебя без жилья не оставит. Новый дом тебе поставить поможем, да, товарищи? Тем более, тебе теперь с женой молодой жить. Ты останься после собрания, мы с тобой все обсудим. Так что, товарищи, собрание окончено. Можете расходиться. Игнат! Матвеевна, пока поживете. Она баба болтлива, но трудящаяся, довольно. Картохи завтра мешок подброшу, да молока. Так что ты верь в колхоз. Колхоз поможет, Игнат. Спасибо, Григорий Ильич. Давай. Игнат! Здравствуй, Игнат. Слыхала, у тебя дом сгорел? Здорово, Ален. Сгорел. Мне поговорить с тобой надо. Говори. Становись. Тут поговорим. Чего надо? Женись на мне, Игнат. Ален, кончай уже дури-то маяться, а? Женись на мне, я тебе дом новый построю. Вот. Золотые. На них три дома построить можно. Женись на мне. Ты что, мне сделку предлагаешь? Ты где такие взяла? Ты взяла, там их уже нет. Женись на мне, я же тебя всю жизнь любить буду. Вот дура-то, Аленка, дура маленькая. От дурной любви своей такие дела творишь.
Макар, проснись. До сих пор нет. Уж светать-то стало. Куда ж подевалась-то, а? Девка пропала, дочь наша. Чё, Ларька пропала? У тебя еще одна дочь имеется, Аленка ночевать не явилась-то. Ой. Ты куда? Макар, ты куда? Мам, купилась? Спи, сказала. Макар, ты куда? Всю деревню обыщу, не найду. Председатель с мужиками на подмогу позову. Да! Том, ну перестань, дай поспать. Подожди. Тома. Пора вставать, Стася. Подъем. Том, перестань. Маша. Да-да. Доброе утро. Доброе утро, Павел Аркадьевич. К вам Аленка приехала. Какая Аленка? Из деревни, похоже, Аленка приехала. Она сказала, что это вы велели ей сюда приехать, к вам. Еще она сказала, что ее брат квартирует у Дубасова. Ну, красивая девка. Белокурая, глазищи. О, Павел Аркадьевич, она очень красивая. Какое интересное начало дня. Паш, ты чего? Ты куда? Королева моя! Пусть королева, давай одевайся! Пусть убирайте к чертям! Пойдем вам девочку смотреть! Зинаида! Ну, здравствуй. Златовласка. Чё-то вы такие испуганные? Отчаянная ты девка. Ты хоть знаешь, что в гости к волку пожаловала? Я, что ли, тебе подарил? Вы. Я их позабыл. Жить сама будешь? И эти таких безделушек. Ребенок. Не зли меня. Да она юная совсем. Она юная. Юная. Ну-ка скажи ей, юная. Будешь жить с Павлом Аркадьевичем Бабахиным? Буду. Слыхала? Теперь собирай свои вещички и к себе на квартиру дуй. Зинаида, завтрак на две персоны. Ася, минуточку. Меня так просто не бросишь. Ты горло прикрыто. Вон пошла. Пошла вон! Так, это что? Вещички мои. Зинаида, выброси это на помойку. Хорошо. И вот это тоже. Садись, сюда. Здравствуйте, Лиля. А чего же вы тут стоите? Здравствуйте, Алеша.
Вас жду. Я думал, вы будете дожидаться в квартире. А ваша бабушка? Моя бабушка умерла сегодня ночью. Как? Я же вам говорила, что она болела. Неделю назад ей стало легче, я подумала, что болезнь отступила, но... В общем, это случилось. Хорошо, что вы пришли. Пойдемте, пройдемся. Ну, дождь. Вы промокнете? Дождь. Сегодня неважно, идет дождь или нет. Важно, что вы рядом. У меня ведь теперь никого нет. Вы знаете, Алёша, мне кажется, это не случайно, что вы появились в моей жизни. И не случайно, что вы пришли именно сегодня. Жалко, только бабушка не успела вас увидеть. А Варьку-то вашу никто еще не сватал? Лишь один. Это, Чучкин-то? Я... Версту теперь наш дом обходит. Ты так всех женихов от девки отвадишь. Нет. Витька, ясное дело, у вас с ним с детства ненависть. Ну. С той поры, как ты ему... Ножом на щеке отметину оставил. Ну? А только помимо Витьки в деревне еще парни есть, которые к Варьке твоей неровно дышат. Да. Да все, что ли? А почему сразу об себе? А если об себе, что с тобой? Ты ж ко мне по-дружески? Ты давай, Макар, теперь за место меня Степку своего зови. Я пойду Николаю с Захаром подсублю. Степан! О! Стоп, ходи сюда! Батя зовет. Сюда, двухручку возьми. На следующей неделе нам надо на дом починить. Крыша совсем потекла. А после праздников баню новую начнем ставить. Мужики, стало быть, время обеда! Здорово, Сань! Здорово! Чертовка! Ну вот, ушла! Пошел!
Здорово, Вась. Ой, вот ты чертовка, да. А сколько раз я тебе говорил. Ну не вози ты нам еду из дому. Мы со Степкой-то со всеми мужиками еще и колхозом хлебаем. Ничего тебя быть не будет. Как везила, так и буду везить. Заплеть это волосы, как все девки. Хочешь просто волосы? Ты же не ведьма и не русалка, чай. А мы же ведьма и русалка. Фуй. Сань, давай с нами. Я вареников наварила. С картошкой вместе с тарелкой слопаешь. Давай, давай, пойдем. Ты его зовешь-то? Ну что, Вась, что? Я тебе вареньки жалко. Дядь Макар, а можно я вашу Варьку на лодке в праздники покатаю? Дай. Парень, ты не хулиганистый, тебе разрешаю. Я не разрешаю. Ты что, Степа, какая оса тебя ужалила? Ничего. Сам я тебя покатаю. Степ, ты что? Ты куда, Степ? Пошел! Пошел! А вареники, Степ! Отсорванется. Аленушка, душа моя, посмотри, что я тебе принес. Алена. Ну, взгляни-ка. Паш, ну я же просил не называть меня Аленой. Не буду, не буду, Леночка. Открывай, открывай. Золотоволосая. Что это? Паша, я же о таких и мечтала. Ты пьесу прочитала? Прочитала. Только там у моей героини совсем мало слов. Ведь я, конечно, понимаю, что так придется меньше учить, но я всего 3 раза появлюсь на сцене. Ну, детка моя, нельзя же сразу в дамки. Нужно от малого. Малого идти к великому. Паша. Когда ты старую суку из театра выгонишь? Ты про Томку Суслову? А что, у тебя есть другие старые суки? Ой, ну и бестия же ты. Просто, просто сущий черт в юбке. Вчера у профессора Бельского на операционном столе человек умер. Бельскому нынче 72, преклонный возраст. К глубочайшему сожалению, факт. Какой светило был, величайший хирург. После Пирогова один такой. Жаль Андрея Лаврентьевича. Жаль, равным ему не будет. Гангрена. Готовьте к операции. Будем ампутировать. Добрый день, Андрей Иванович. Ну, для кого добрый, для кого нет. Да, я уже слышал. Очень сочувствую. Пациент был весьма преклонного возраста. Нет, того... хирург тоже был весьма преклонного возраста. Андрей Лаврентьевич. И поэтому ему надо честь знать. Зачем это? А, Алеша, отовсюду нужно уходить с высоко поднятой головой. Понятно, да? Я этот момент упустил. Поэтому придется уйти, поджав хвост. Андрей Лаврентьевич. Да, не будем обо мне. Я не с этой целью вас ждал. Значит так. Я по-прежнему буду возглавлять больницу. Но все операции за меня будете делать вы. Я? Алеша. Вы обладаете уникальным врачебным талантом. Андрей Иванович. И этот талант, между прочим, вас открыл я 10 лет назад. Так что не скромничайте, мой друг, а готовьтесь к серьезной работе. Откуда кобыла? У председателя взяла.
Сказала Ивану Сергеевичу Вафрянова, книги отвезти нужно. Наврала? Так нет, я Колокольцеву сама желание изъявила. Так я уже их отвезла. Так, Утес. Пошла! Давай. Шел! Встал! Шел! Ушла! Прилично рвать с клумбы цветы. Лиля, мне кажется, я ужасно по тебе соскучился. А что это мы сияем, как новенький пятак? Живо рассказывай, что у тебя хорошего случилось. Ты знаешь, мне кажется... Алёш, ну опять тебе кажется. Ну не томи. Ну не перебивай меня, Лиля Михайловна. Ну ты же знаешь, какая я любопытная, Лёш. Мне кажется, что я очень хочу, чтобы ты стала моей женой. Ну, наконец-то, Алёш! На полоту полосочки из-под дверя, дон-дон-дон. На полоту платочки, девка плаче мыла, девка плаче мыла, из-под дверя дон-дон-дон, девка плаче мыла, звонок околотила. Варька, ау! Ты так не нагибалась, не то что я в воду грохнусь. А ты глазенки-то свои не расщеперивай, Сань. Ты куда это с утра цапа раньше? Да за место от цапа рыбачить. Ага. Спину у него прихватило. Второй день лежит, с печенью встает. А. Завтра я тебя, Варька, на лодке покатаю. Ой, гляньте на него, покатает он меня на лодке. А я, может, кататься не захочу, а? А вот завтра и поглядим, захочет ты или нет. Подверья, дон-дон-дон, звонок околочила, старушка поджидала, старушка поджидала.
будем, а то я все в речке, как цыганка чумазая хожу. А то что, чумазая, что не чумазая, все равно точно цыганка. На следующей субботу баню готова будет. Вот там и помоешься, и попаришься. Степа, ты гляди с крыши-то не свались. Жуть, как на крышу-то забрался. Глядеть на тебя страшно. А ты не гляди. Не свалюсь, ежели не накаркаешь. А то и поглядеть на вас нельзя. Ты, Варвар, не мешал мужикам работать. Поди вон матери в хлеву, почистить помоги. Чего стоишь-то? Варвар, оглохла, что ли? Че, бать? Че, матери ступай, помоги. Ща. Давай бегом. Ядрёна коза, а? Ну ты чё расселся? Тащи давай. Ты всю эту рухлю чистишь, а? Выкидывать тут все давно пора. Ой, вот все лишь бы повыкидывать. А если что ж понадобится? Чего ж тут может понадобиться-то? Раз кроватку вот так. А? Из наших детишек, кроме Алешки, в ней никто спать и не пожелал. Не пожелал. Я ведь ее своими руками смастерил. Я, пожалуй, кроватку не дам. Вот и я про то ж. Каждая вещь тут чем-то сердцу дорога. Куда ж ты это все выкидываешь? Я, Макар, этот сарай более всего в нашем доме люблю. На душе мне тут покойно. Ты знаешь что, ты мне полки под потолок подвесь и круг прямо вбей. Мясо буду подвешивать, чтобы на зиму нам вялено было. Сделаю, мать. Куда эта Варвара наша подевалась? Да куды-куды? Он с Санькой Жуком на речку убегла. Вот куды. Надо за Саньку ее замуж отдать. Чего? Чего-чего, как посватает, без разговоров сразу отдам. Господь с тобой. Куды замуж-то? Рану ей. Рану. Куды же рану-то? Она на Степку вон сегодня так пялилась. Место добы до костей пробрала. Идишь ты. А Степку? Тут и оно. Что на брата родного, словно на мужика какого пялилась. Я едва глаза ее увидал, чуть с крыши бани наземь не грохнулся. Скоро спелка она у нас. Кровь у нее, видать, шибко горячая. Надо немедленно замуж ее отдавать.
То-то да. То-то да. Ну вот на том и порешим, мать. Ясно? Порешили.